Сегодня Международный день футбола, и, конечно, «Локомотив» не мог пройти мимо такого праздника. Совместно с благотворительным фондом «Олимп» мы организовали большой детский футбольный фестиваль под куполом нашего крытого манежа. Сотни детишек из московских школ пришли посмотреть стадион, сразиться в футбольном турнире и просто классно провести время. Встречайте бурными аплодисментами чемпион мира Анатолий Янчев! Благодарить организаторов футбольный клуб «Локомотив» за приглашение. Надеемся, что сегодняшнее мероприятие станет нашей ежегодной доброй традицией. Приехал сюда не в связи с международным днем футбола, а в связи с тем, что меня попросили поучаствовать в награждении ребят, поэтому я здесь. А какое сегодня число, совершенно не имеет значения. Сейчас зима, было бы лето, я бы тоже приехал. Я всегда радуюсь тому, когда дети играют в футбол, причем не профессиональные, ну, относительно профессиональные, да, ребята, которые считают себя футболистами, а обычные школьники, которые свободно в учебное время посвящают игре в футбол. По-моему, это круто, это гораздо важнее, чем какие-то даты. Совершенно была прекрасная и волшебная встреча с Ромой Шишкиным, который привез нам огромное количество локомотивных вещей, и в том числе футбольный мяч, с которым мы до сих пор занимаемся. Я помню, что мы прошли еще один курс ЛФК с помощью вот как раз «Локомотива». А тут самое главное – просто не останавливаться. Вот как вот в спорте, да, и как в тренировках. Это должно быть ежедневное действие. Это тоже история как бы с преодолением каких-то физических ограничений. Это преодоление страха, неверия в себя. Да, и в конце концов это тоже, очень близко к лексике спорта, это тоже о победе. Цветы маме, а ребенку мороженое потом будет положено, как в кино. Новое клубное мобильное приложение для вашего смартфона. Покупка билетов онлайн, календарь матчей, последние новости. А главное, наша онлайн-игра. Отвечайте на вопросы, делайте прогнозы, набирайте очки и выигрывайте призы. Играет команда, играете вы.